Да. Кто? Я? Я же рассчитываю стоимость. А, всем, да? Да. Озвучиваю клиенту. Да. Клиент соглашается. Я отвечаю. Я туда зашиваю все. И бензин, и билет, и зарплату. И взятки. И обналичку. Надо же потом с расчетного счета денег, ну, наличку вычислить. Ну да. Колбасы еще много. И там еще целый этот батон. А штраф как забиваешь? А? Штраф. Штраф нет. Ну он туда разве что. Да ладно, уже до вечера. Столько пробежало. Ты понюхай ее. Не буду. Неприятно. Ну, пахнет неприятно. Я пропала? Я думаю. Так, движение от станции Агрыз в сторону Казани.
Республика Татарстан. Я всегда заливал по этому, да. Стеной. Она была не такая. Стоит лес хвойный. Хорошо разрушилась. Вот так вот меньше. Будет еще раз.
счету мы определимся. Thank you.
все свободно. И если не занят, скинуть он будет сверху. Не скатать сверху, не сверху. Спящего, да? Он виноват. Видны отражения. Так, ладно. Что с тобой делать? Из 12 включил. Насколько хватит, не знаю. Это последний заряженный аккумулятор. Насколько его хватит, сказать трудно. Но буду снимать, пока это работает аккумулятор. Может быть, и на 6, на 7 часов хватит. Это уже будет хорошо. Это Казань. На сколько проходим? 17, на 17. 3 часа дня, по-моему. 3.30. А потом? А уже все, уже разницы нет. Самара. А потом Самара, Санкт-Петербург, Калининград и вернемся в Улан-Удэ.
Ну какая Самара? О чем ты говоришь? Господи, мы 500 раз уже говорили маршрут. Да. Смотри, сейчас что было вообще? Огрыз был. Да. Можга, Вятские поляны, Казань, 15:50. Да. Стоим 5 минут. Да. Потом Канаш, да. Пильна, да. Арзамас, да. Муром. Самас? Да. 22:20. Вот Канаш, 18:30. 15 минут стоит. Потом Арзамас, потом Муром, потом Москва, Казанский. Мы бывали на Казанский вокзал. Казанский. Это три вокзала. На площадь прибываем? Да, прибываем на площадь. Красная. Прям к вопросу. Да. А было бы прикольно, знаешь, если бы делали игрок, потому что через время, да, вот так лучше? Есть. Поезд подземный, через Кремль. Есть поезд, который идет с востока и прибывает на Белорусский вокзал. Я не помню, места. Но вот он приехал в вокзал, Колонинская станция, и на Белорусский вокзал. Через лесу. Через красную площадь. Да. Прям по нашему дому. Иногда что не слышал про это? Фестиваль первый. Yeah.
реально слов уже нету, машинист подонок. Есть полотенце? Есть, туда доставать их надо. Нет, не надо. Ой, какой пейзаж. Красота. Овраги, поля. Это вариант только выжить. По дороге ехали, зашли в кафе, сожжу.
Он чихнул. Я ему сказал Казахстан. Почему он смеялся, я не знаю. Ну, у нас уже просто такое состояние было, уставший. И я чихнул, он мне вместо будет дороги сказал здравствуй. Меня послышалось вообще с Казахстана. Я начал ржать, говорить. Но это уже как? От усталости. Это нервное. Чем-то 4200 по-моему. Матру вела одна за дома. Не стала. Один взял его. Это поставила на трассу. Стояла. Вот, кстати. Это поступок. Это очень опасный момент. Да. А приметой к тому, что скоро потянет сон и организм устал, это непроизвольное превышение скорости. Хочешь, ну, сам порой не замечая, начинаешь давить на педаль газа. Почему? Тогда организм сигнализирует, я устал, мне нужно отдохнуть, побыстрее приедь, встань на это, где-то на отдых. Это вот первая примета. Если когда это такое происходит, я понял, все. Я ехал с Дальнего Востока, на Запад, и вот так, такое состояние наступает, но солнце еще далеко до горизонта, далеко, а там еще можно часа, может быть, 3 ехать. Вот. Но я в движении был уже 12 или 14 часов. Естественно, организм устал. Чувствую, что начинают давить там 140 и больше.